Какой у нас раритет? 0133. Жуж. Родное все. Ну, это уже какой-то тюнинг был, дедуля делал. Но вот это вот для запуска катушка, для усиления искры. Фильтр. Смотрите, кузов какой, не гнилой. Причем это вроде как завод. Я не думаю, что его кто-то переваривал. То есть это типа завод, кожух, провода, моторчик. Вот эта штука даже для забора воздуха отсюда. Родной окрас, правда. Стойки с него сняли. По легенде, здесь дедуля снял стойки, чтобы их поремонтировать. Ну и в общем, все. Вот. И вот он, то есть, смотрите, бампер, бамперок, фары. Тут, как бы, если подключить аккумулятор, я думаю, оно все заведется. Там он еще есть хабар в виде нового глушителя. Салон. Ну, то есть, да, он стоял, конечно, в пылючке. О, блин, смотри, прям раритет. Раритет. Этот полуось. Ну, собака тоже в комплекте идет. 97-й год. ДАИ. Техосмотр еще тогда было. Ну, вот чуть-чуть. Ну, это как бы стандартная тема. Книжка. Набор прокладок. Смотрите, книжка «Запорожец». Вот это у меня такая была когда-то «Жигули». Я помню, «Волга» была, «Москвич» такая книга. А вот «Запорожец» у меня такой книги не было. В картинках. О, двигатель в разрезе. Что там? А, бумажка с завода. Тут где-то, что у нас? Короче, что у нас тут написано? Марка. Туда-сюда. Можно на паузу сделать. Почитать. Родные. Вот он, бензонасос на печку, печка бензиновая, которая рулевое. Все эти самые, ну, набор прокладок. Вот даже динамик какой-то есть. Ну, по состоянию вообще шикардос. 968М. А какого он года, Виталик? 83. 83. Ну, то есть это уже более, скажем, из последних. Более из последних. Самое главное, что кузовщина тут целая. Он нигде не пожал. Ну, колеса, понятно, что спустили. А ну-ка, дверь, интересно, шатается. О, дверь почти не шатается. Прям, Саш. А ну-ка. О, смотрите. Закрывается. Ну, то есть, да, еще нежнее. Ух ты. Прям двери закрываются нежно-нежно. У кого был Запорожец? Вот у меня был Запорожец. И не один. И там вечно с этими дверями были вопросы. Мотор больше меня всего интересует. Мотор. Интересно, масло в нем есть? Где? А, вот он. Масло в нем есть. А ну. О, есть. Еще и масло есть. И норма. И норма, и свеженькое. Смотри, какое. Завод. Ну, оно такое, ну, типа, минералочка какая-то. Пахнет своеобразно такой минералочкой. Но свеженькое масло даже на нем есть. Смотрите. На табличке вот тут, кстати, некоторые данные. Что он там, 968. Вон он. О, даже брызговички еще родные. Ну, короче, блин, тачка просто.